Всем привет! Сегодня я буду делать домашнее задание. Угу. У нас Мирон будет делать первый раз домашнее задание на компьютере. Да, Мирон? Да. Какой же мне выбрать? Сегодня мы будем делать первый десяток. Нажимай первую папочку. У нас не математика. Ты что нажал? Нет. Смотри. Вот у нас. Вот, смотри, какую папку. А. Первый десяток. Мы нажимаем «Дополнить» до 8. Вот у нас такие нам учительница наша. Вот, видишь, окей. Вот сюда нужно вписать цифру. Вот, смотри. Какие? Как? Ну, смотри, что там написано. 8? Да, но 8. Значит, 8 плюс... Что нужно прибавить, чтобы было 8? Мышкой нажимай на следующий. Вот, веди, учись. Мышка, веди, веди, веди. Еще. Вот. Во, почти. Вот, нажимай. Вот сюда нажимай. Нет. Подумай. 8 это 2 плюс сколько, чтобы 8 получилось? 7. 2 плюс 7 сколько будет? 6. 6, правильно. Печатай 6. Теперь следующий видит пример. Вот, нажимай на кнопку сразу. 4. Нажать. Да. Да, дальше. 3. 6 плюс. Ну там, да, пиши 3, потому что там не к 8, не видно, перепутана была, там 9. Дальше. 8. Да. Молодец. Пошло дело. 1. Дальше. Так, 7. Угу. А что же? А дальше это сколько нужно что нужно отнять? От чего нужно отнять 0, чтобы получить 8? Какая цифра должна быть? 8. 8. Угу. Ой. Вот так вот стираешь. 89. Вот. Вот здесь? Да. Так, теперь следующее мы задание нажали. Что там нужно сделать? Дополнить до 5. То же самое, только не до 8, а до 5 дополнить надо. И вот у нас там, я покажу сейчас сразу. Подожди, Мирон, не толкай. Следующее 5. Вот там 5. Все, вот моя классная комната, и там вот все. Видите? Математика задания. Я и мир нету, еще чтение есть, русский язык и природа, и разные задания интересные. Мирончик сидит делает. Помимо того, что... Ну, природу нам пока не задали, мы только делаем математику. И помимо того, что Мирончик дома занимается по книжкам, да, в школе, он еще будет у нас такие клевые задания делать. Да, Мирон? Ты в школу, тебе нравится ходить? Расскажи нам. Нравится. Ну, посмотри, что ты как там... Чего там тебе больше всего нравится? Математика. А какой предмет тебе больше всего нравится? Математика. Почему? Почему? Не знаю. Все, больше ничего мне не хочешь рассказать? Нет. Ты же хотел всю природу. Да. Природа, да. А в бассейн нравится ходить? Да, чуть-чуть. Ага, ну расскажи, что ты в бассейне делал. Всем, наверное, интересно. Но сейчас будешь делать задание. Расскажи сначала, что ты в бассейне делал. Плавал. Плавал? Тебя плавать учили? Под водой я не могу плавать. Ну, тебя научат, наверное, еще? Да. Пойдешь в самую малышовую группу? Ага. Да? Нет, не надо тут. Второй раз, да? Нравится тебе? А я давно занимался плаванием, но я когда садился, сильно заболела, меня отчислили, но мне нравилось. Я был лучше, я снова решил. Да. Я все задела. Ну что, друзья, чего, Мирончик, нам скажешь что-нибудь? Попрощаешься? Да.
Я буду делать задание. Всем пока.